А теперь подробнее об этих и других новостях. В Мособл ЕРЦ прошел день открытых дверей. Жители городского округа Люберцы могли получить ответы на все интересующие вопросы, а также узнать о новых сервисах и услугах. Наша съемочная группа посетила мероприятие. Жительница городского округа Люберцы Людмила Лисицкая оплачивает жилищно-коммунальные услуги на почте или в банке. Узнав, что это можно делать, не выходя из дома, женщина обратилась в Мособл ЕРЦ. Зарегистрироваться самостоятельно в личном кабинете не получается. Специалисты помогли за считанные минуты. В личном кабинете мы вас зарегистрировали. Теперь вы сможете с помощью нашего онлайн-сервиса «Умная платежка» передавать показания, производить оплату без комиссии. А еще можно отслеживать баланс лицевого счета, всегда иметь под рукой квитанцию за предыдущие месяцы, задавать вопросы чат-боту и участвовать в выгодных акциях. Есть какие-то навыки с компьютером, и мне будет легче. Вот теперь я уже вошла, как говорится, личный кабинет у меня свой, мне будет намного легче. А на почту далеко ходить, в банк тоже времени нету. Ну, они все потом там проценты берут. А тут, как говорится, бесплатно, ну, без процентов. В этом году Мособл ЕРЦ исполнилось 10 лет. За это время компания сделала большой рывок в плане обслуживания клиентов. Шаг за шагом система совершенствовалась, и сегодня для жителей созданы максимально комфортные условия. У нас можно через сайт Мособл ЕРЦ и мобильное приложение Мособл ЕРЦ онлайн сейчас подключить услугу как электронный платежный документ. Это аналогично бумажному носителю, все там показатели, тарифы, нормативы, все там указано, но имеет ряд преимуществ. Выбрать его можно и распечатать за любой период, оно не потеряется, не придет в негодность и, соответственно, сберегаем наши природные ресурсы. В день открытых дверей все желающие могли подробно узнать о новых возможностях мобильного приложения и других сервисов Мособл ЕРЦ. На вопросы жителей отвечали специалисты компании, а также представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Луиза Игиасарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.